Компания Danfoss – один из ведущих производителей оборудования для холодильных установок и систем кондиционирования воздуха. Приоритетным направлением деятельности является разработка различного энергоэффективного оборудования и внедрение энергосберегающих решений. Одна из перспективных технологий – оттайка воздухоохладителей с помощью горячего газа. В процессе работы холодильной установки на поверхности воздухоохладителей намерзает слой инея. Это своеобразная теплоизоляция, снижающая эффективность работы системы холодоснабжения. Для повышения производительности необходимо периодически удалять этот иней. Самым простым способом является естественная оттайка, но она применима только для высокотемпературных потребителей и занимает длительное время. Еще один способ оттайки – с помощью электронагревателей, но это приводит к дополнительным энергозатратам. Инженеры компании Danfoss предлагают энергосберегающее техническое решение. Его суть заключается в том, что часть циркулирующего горячего газа поступает в трубки воздухоохладителя, и именно это тепло позволяет удалить образовавшийся иней. Такой подход не требует внешних источников тепла и не увеличивает уровень энергопотребления. В учебном центре компании Danfoss установлена действующая холодильная установка. Здесь можно вживую сравнить разные способы оттайки и видеть полученный результат. При использовании горячего газа оттайка происходит равномерно по всему объему воздухоохладителя, и ее продолжительность составляет 3-4 минуты. В то же время при оттайке с помощью электронагревателей процесс занимает около 20 минут при увеличении уровня энергопотребления. Это доказывает, что использование горячего газа сокращает продолжительность оттайки и увеличивает время работы в режиме охлаждения, повышая общую холодопроизводительность системы и ее энергоэффективность.